Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить очень вкусные и ароматные лимонные кексы. Для лимонных кексов нам понадобятся такие ингредиенты. 3 яйца, 75 грамм сливочного мягкого масла, 1 упаковка ванильного сахара, 100 грамм сахара, цедра половины лимона, пол чайной ложки разрыхлителя и 1 стакан муки, или 150 грамм. С помощью кухонной машины будем замешивать наше тесто. Нам нужно 75 грамм мягкого сливочного масла, очень мягкого. И будем его растирать до бела 100 граммами сахара и ванильным сахаром. Яйца по одному. Взбиваем. Так, яйца взбили. Вот. Теперь натираем цедру половинки лимона на меленькую терочку, вот так. Для аромата. Теперь к тесту добавляем муку и разрыхлитель. Просеиваем через сито. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя и перемешиваем. Как вы видите, тесто очень быстро готовится, и также кексы быстро выпекаются. Добавляем еще муку. В граммах нужно 150 грамм муки. Размешиваем. Тесто у нас не должно быть слишком густым. Вот такое, как у меня, должно получиться у вас. Яйца у меня были домашние, поэтому тесто очень красивое на цвет. Вот смотрите, густая сметана. Формочки теперь заполняем тестом. У меня как бы формы для кексов стандартные. Видите, вот. Обычно мы используем их, когда я выпекаю кексы. Можно также добавить, кто любит там изюм, курагу в тесто, цукаты. Но и так как бы с лимонным ароматом кексы получаются очень вкусными и нежными. Поэтому можно попробовать приготовить сначала без всяких добавок, только лишь с лимонной цедрой. А потом можно экспериментировать, добавлять и изюм, и цукаты, и курагу. Из данных ингредиентов у меня получилось 8 кексов. Отправляем их в разогретую духовку на 180 градусов. Лимонные кексы выпекались полчаса. Кексы должны остыть. Насадка звездочка на 8 зубков. У основания диаметр насадки 2 сантиметра. Кремом со взбитых сливок покрываем наши кексы. Сверху кексы присыпаем кондитерской посыпкой пасхальной. Получаются очень красивые и праздничные кексы с
лимонным ароматом. Радуйте своих близких не только вкусной выпечкой, но и красивой подачей. Вот такие красивые, вкусные и ароматные лимонные кексы у меня получились. Кексы в разрезе, очень нежные и ароматные, слегка влажные внутри. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!